بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. Воздаяние как будет? Аль-джаза. Господь как будет? Ар-раббу. Болезнь, причина как будет? Аль-илляту. Раздел класс или сезон? Фаслюн. Возвращается к чему-либо? Юаввилу. Нам. Больной? Муаталлун. Нам. Муаталлун. Насыщает водой, орошает. Яруа. От этого слова Яруа аль-Галиль. Книга шейха Албани называется Яруа аль-Галиль. То есть насыщение жаждущего. Так, от слова Яруа. Насыщение водой. Стоит. Стало ясно. Или очистилось небо. Ясху. Пасет. Яра. Нам. Уходит вечером. Яруха. Уходит утром. Яхду. Яхду нам. Зажигает. Приближается. Ядну нам. Дальше. Взывает. Ядру. Яду нам. Становится важным, именитым. Саруа. Сосуд или чайник. Аль-Ибриху нам. Поднимается. Яртахи нам. Яртахи. Природа как будет? Атабия. Фраза или выражение. Высказывание. Ибара. Исчезает, яхна перестает существовать, а остается наоборот, ябка нам. Единственный в своем роде, говорит, мяч или шар, аль-кура, нам не кура, аль-кура. Трава, сено, аль-каляу, аль-каляу. Забывается, остается в забвении, яску нам, яску. Смягчает, юлаттиху нам. Зовет голосом издалека, юнади. Ведет путем, яхди. Наткнулся на что-либо, садаха. Садафа нам. Приводит в довод. Естадильну. Приз, подарок. Джаизату. Богатство народное. Ассаруату. Укрепляется, усиляется. Язбуту нам. Мясник. Язару. Опора или стол. Альмадун. Ахсанта. Радуется. Яфраху. Изменяется. Ятагайеру нам. Построенная, застывшая форма. Альмабни. А наоборот этому слову. Альмуараб. Бывает мабни, бывает муараб. Уверен в ком-то. Яфиху нам. Оказывает помощь. Деньги. Или аннухуд. Обычно про плюс. Плюс имеется в виду железные деньги. Мелочь, монеты. А аннухуд это бумажные деньги. Как бы то ни было. Махма нам. Махма. Становится нормальным, срединным. Нет. Я отделю. Ось чего-либо. Аль-мадару нам. Замок или башня. Аль-калату. Выполняет, исполняет обещание. Яфи нам. Яфи. Передача чего-либо. Перенос. Аннаплю, на. Тратит что-то или жертвует чем-то, усилиями или временем, или деньгами. Ябзулю, нам. Завершается, ятимму. Инструмент какой-то или средство. Адату, нам. Вчера, амси, нам. Породистая лошадь. Аль-джаваду. Аль-джаваду. Гнев или ненависть. Аль-бугду, нам. Аль-бугду. Там, унак. Делается, становится благим. Ятыбу. Дело. Шанун или амрун, нам. Поднимается еще раз. Яртахи или поднимается. Ясхаду. А поднимает ярфау. Легкий, незначительный. Аль-ясир. А еще брали аль-хайин. Хайин это незначительный, совсем легкий. Следит за чем-либо. Присматривает за чем-либо. Юраи. Унижение. Аль-зуль. Нам, аль-зуль. Непокорный. Непокорная лошадь или резвая. Джамиху. Притягивает к себе что-то. Импортирует. Яджлибу. Яджлибу. Нам. Парит или витает, или... Яхруму. Ползет или надвигается. Язахафу. Вот как будет ассана. Шерсть, еще группа. Группа так названа. Течение. Ассуф нам. От этого слова суфи. Участвует в чем-либо. Яштарику совместно нам. Случается или поражает, происходит. Яатари нам. Яатари. Наездник или всадник. Альфарис. Приобретает, зарабатывает. Яксибу нам. Возмещает или замещает кого-то. Я нугу нам. Дальше. Активность как будет? Аннушат. Польза. Аль-манха. Так, давайте теперь запишем новые слова. Новые слова, первое слово хауляи. Хауляи, то есть эти. Хауля эти или те. Когда ты указываешь на группу людей, хауляи. Следующее слово юрику. Юрику, то есть покрывает листьями. Покрывается листьями. То есть дерево летом, что делается? Покрывается листьями. Юраху. Точнее сказать, юраху, если покрывается. А если покрывает, то юриху. Далее, следующее слово аль-уджуду. Аль-уджуд – существование. Аль-уджуд – существование. Поэтому говорят аль-мауджуд. Аль-мауджуд – существующий, имеющийся. Аль-уджуд – это существование. Далее, следующее слово аль-унса. Аль-унса – то есть женский пол, женский род.
аль-унса, женщина или женский род, женский пол. Следующее слово яталаккафу. Яталаккафу схватывает, подхватывает. Схватывает, подхватывает. Яталаккафу. Еще используется на то, когда быстро проглатывает, тоже говорят яталаккафу. Схватывает, подхватывает или быстро проглатывает. Далее. Следующее слово ятатаббау. Ятатаббау следит, прослеживает, следует. Следит, прослеживает или следует. Лучше оставить следит, прослеживает. Следует не совсем так. Следит будет ятбау или яттабиу. Следует. Так будет ятбау или яттабиу. А ятатаббау следит, прослеживает. Следующее слово яттасилю. Яттасилю связывается, соединяется. Поэтому говорят иттисаль, звонок, когда один связывается с другим. Яттасилю связывается или соединяется. Следующее слово альхиякату. Альхияка, то есть вязание. Вязание, ткание или шитье. На все это используется слово альхияка. У нас было похожее слово какое? Даже два. Есть понятие хаята. Хаята тоже нам швея или что? Шитье. А есть еще понятие, помните, хикая. Хикая — это что? Рассказ, история, хикая. Еще татарское слово такое есть, хикая. А здесь хияка. Хияка — это ткание, вязание или шитье. Следующее слово хина. Хина, то есть тогда, когда. Когда ты говоришь, это произошло тогда, когда произошло то-то. Хина. Тогда, когда. Следующее слово яхдау. Яхдау, то есть обманывает. Яхдау обманывает. Покорняется. Покоряется было яхдау. С буквы бац. Как в слове баллин. Яхдау. А здесь сдаль. Яхдау. Нам. Слово яхдау с бац. А слово баллин. Оно какое? Покоряется, смиряется. А здесь у нас другое слово. Яхдау сдаль. Сдаль — это обманывает. Поэтому говорят аль-харбу хида. То есть война — это обман. Дальше. Следующее слово закарун. Закарун, то есть мужской пол, мужской род. Противоположно чему? Унса. Противоположно унса. Унса — это женщина, закар — это мужчина. Следующее слово юраттибу. Юраттибу приводит в порядок. Мы брали до этого какое слово? Тартиб. Тартиб, то есть порядок. А это слово глагол юраттибу. То есть приводит все в порядок. Дальше. Следующее слово ястанщику. Ястанщику, то есть высмаркивается. Далее ясбаху. Ясбаху, то есть плавает. Ясбаху плавает. Следующее слово юшахиду. Юшахиду, то есть смотрит, наблюдает. Смотрит, наблюдает или присутствует при чем-либо. Юшахиду. И последнее слово марратун. Марра, то есть один раз. Один раз. Говорят маррат, много раз. А марра — один раз. Марра, то есть один раз. Эти слова нужно будет выучить в следующем уроке. Что касается нашего сегодняшнего нового урока и новой темы, то она называется ануа-уль-и'раб. Виды и'раба. Виды грамматического разбора. То есть на прошлых уроках мы указали то, что слова в арабском языке бывают муараб и бывают мабни. Бывают какими? Подлежащими грамматическому изменению и не подлежащими этому, то есть которые постоянно находятся в одном и том же виде. И разобрали ануа аль-бина на прошлом уроке, виды аль-бина, виды застывания. Сказали, сколько видов бина бывает? Три вида. Какие? Алиф, я или ау. Или вау. Это называется видами бина. Так или нет? Согласен с этим? То, что ты говоришь, вау, или я, или алиф, это касается чего? Касается вопросов сахих и муаталь. То есть слова с правильным окончанием, со здоровым окончанием в арабском языке и с нездоровым окончанием. Так? А другая тема — мабни и муараб. Ануа аль-бина, мы сказали, сколько видов бывает? Виды бина. На прошлом уроке брали. Четыре. Какие? Маджрур, мансуб, так или нет? Согласен с этим? Да. Тоже согласен. А кто-нибудь не согласен? Нам, все правильно. Фатха, дамма, касра и сукун. Вот эти четыре вида бина. На них бывают мабни, слова в арабском языке. Поэтому говорят мабни аля сукун, мабни аля
ضم مبني على الفتح или مبني على الكسر. В прошлом уроке необходимо что делать? Мураджа делать дома. Перед новым уроком необходимо прочитать то, что мы брали на прошлом или на прошлых уроках. Иначе что? Одни вопросы или одни темы смешиваются с другими, потом происходит путаница. Так вот, сегодня другой урок. На прошлом уроке взяли виды бина, сегодня берем наоборот. Виды и'раба. Виды и'раба. Говорит Аль-Амхиля, приведем примеры в начале. Ат-таиру яхуму. Как перевести ат-таиру яхуму? Птица парит или витает или летает. Следующее слово или фраза аль-мау азбун. Вода пресная. Аль-мау азбун, вода пресная. Следующее слово аль-хисану джамихун. Лошадь или конь какой? Непокорный, не поддающийся управлению. Вот эти три примера. Что мы в них увидели? Что слово ат-таир, птица, а также слово аль-ма, вода, а также слово аль-хисан, лошадь. Все эти три слова в этих предложениях чем являются? Мубтадана. Все эти три слова являются предложением мубтада, поэтому заканчивается на дамму. Потому что мубтада бывает в состоянии марфу. Вот теперь давай посмотрим следующий блок примеров. Ра'айту таира яхуму. Я увидел птицу, которая парит или витает. Следующее. Шарибту ль-маа азбан. Я выпил воду пресную. И заллала аль-фарису аль-хисана. То есть заллала от слова зуль, унижение. То есть покорил. Покорил всадник кого? Этого непокорного коня. То есть начал им управлять, и тот стал поддаваться управлению. Теперь посмотрим на те же самые слова, которые у нас были в первом примере. Опять таир, опять ма и опять хисан. Но уже в конце их какие харакаты? Уже фатха, везде фатха. В первых трех примерах везде была дамма, теперь везде фатха. Почему так? То есть какое положение предложения занимает слово таир и ма и хисан во всех этих трех примерах? Мафрулюн би, на них падает в данном случае действие. Я видел птицу, я выпил воду, и всадник покорил лошадь или коня. Поэтому они приходят уже с фатхой на конце. Далее, следующий блок примеров. Назарту иля таири яхуму. Я посмотрел на птицу, которая витала или парила. Яишу самаку фильмаи. Живет рыба в воде. Назал аль-фарису аниль хисани. Слез всадник с лошади. То есть всадник спустился с лошади. Теперь опять эти же самые три слова. Таир, има и хисан. На какой харакат они заканчиваются? Все заканчиваются на касру. Почему так получилось, кто скажет? Потому что пришло харфуджар перед каждым из этих слов. Первым иля, потом фи, потом ан. Поэтому следующие слова получились маджрур, то есть касры на конце. Вот эти вот три примера. Для чего их привел автор книги, кто скажет? Все эти три, во-первых, все эти три слова чем являются? Исмом или фиалем или харфом? Исм. Как птица, так вода, так и лошадь, все это имя существительное. Смотри, он привел эти примеры для того, чтобы показать, что эти слова меняются в зависимости от того, какое положение занимает предложение. В отличие от слов мабни, которые никогда не меняются. Помните? Кам, айна, иля, хайсу, амси. Все время остается в одном и том же виде. А вот эти слова постоянно меняются. То есть он хочет тебе сказать, что имя существительное из всех примеров, которые он привел, постоянно изменялось в этих предложениях. Что касается правила относительно этого, зачитаем его позже. Теперь давай перейдем к другому блоку примеров. Смотри. Юкиду алиюн аль-мисбаха. Как перевести юкиду алиюн аль-мисбаха? Али зажигает светильник. Дальше. Тазахафу аль-джунуду. Как перевести тазахафу аль-джунуду? Нападают или приближаются, или ползут военные, или войско ползет. Дальше. Войска. Третий пример. Турику аль-ашджару. То есть, как перевести турику аль-ашджару? Нам. Деревья покрываются листьями. Имеется в виду весной. Фифасль ар-раби. То есть, весенний сезон. Таиб. Обратим внимание на три глагола. Это юкиду, тазахафу и турику. Все они в каком состоянии? Марфу или мансуб или мачдум? Марфу, она марфу. В конце стоит дамма. Почему марфу, кто скажет? Почему мы не читаем юкида? Потому что мударя, хорошо? Мударя может быть в назве. Все правильно. Потому что перед ним нет никаких частиц. Ни частиц назва, ни частиц джазма. Поэтому глагол мударя остается в состоянии марфу. Дальше теперь читаем другой блок примеров. Смотри. Лян юкида алиюн аль-мисбаха. Как перевести? Али не зажгет лампу. В первом примере было Али зажигает лампу, а здесь Али не зажгет лампу. Теперь дальше. Лан тазахафа аль-джунуду. Как перевести? Не подкрадываются, не ползут, не приближаются, не нападают войска или войска. Лан турика аль-ашджару. Как перевести? Не покроются листьями деревья. То есть зимой листья, а деревья листьями не покроются. Теперь те же самые глаголы
поменяли свое значение в предложении. В каком состоянии стали? Марфу, мансуб или маджзум? Мансуб. Почему мансуб? Да, потому что перед ним уже пришла частица назба, лян, лян. Одна из четырех частиц. Ан, лян, изан, окей. Видишь, глагол поменял свое положение здесь. Дальше. Третий блок. Лян юкид алиюн аль-мисбаха. Али что? Не зажег лампу. Как я прочитал? Лям? Лям должен быть. Второй. Лям язхаф джундиюн. То есть не приближается или не подползает, то военный. И лям турик шаджаратун. Дерево не покрывается листьями. Теперь слово юкиду язхафу турику стало каким? В состоянии маджзум. Так, в состоянии джазма. Потому что перед ним пришла частица джазма лям. Одна из частиц джазма, джазма лям. Значит, опять. Теперь для чего вот этот второй столбик примеров привел автор книги? Не хватает, что ли, первых трех блоков? Почему еще три блока привел? А потому что здесь он уже привел глаголы. Аф'аль. В первом блоке он привел имена существительные и показал на их изменения. Теперь привел аф'аль глаголы и показал тоже на их изменения. Говорит Аль-Бахсу, исследование этого урока. Внимательно следим за чтением и стараемся перевести вместе со мной. Смотри. Ат-таир, валь-ма, валь-хисан. Три слова. Птица, вода и лошадь. Фи амсилятиль кысм аль-ауэль. В примерах блока первого. Куллуха асма. Все они являются именами существительными. Вахия фил амсиля ас-саляса аль-уля. В трех первых примерах эти слова марфуа. Приходят в состояние марфуа. Ат-тайру яхуму, аль-мау азбун, аль-хисану джамихун. Лианна мубтадаат. Потому что все эти три слова в данном случае мубтада. Валлази ядуллю аля рафиха. А что тебе указывает на то, что оно в состоянии раф? Уджуд аб-дамма – это наличие существования даммы фи ахир куллин минха – в конце каждого этого слова. То есть это признак. Если ты видишь дамму в конце слова, это для тебя признак, что слово в состоянии марфу. Дальше. Ва фил амсиля ас-саляса ас-сани. А в трех вторых примерах мансуба – все эти слова в состоянии нас. Лянна куллин минха маф'улюн бих. Потому что каждый из этих трех слов в данном случае уже не мубтада, а что? Маф'уль бих. Поэтому переходит в состояние назба. Я видел птицу, которая парит. То есть мое действие упало на эту птицу. То есть на фрульбе все эти слова перешли на те слова, на которые падает действие. Валлази ядуллю аля насбиха. А что тебе указывает на то, что она в состоянии нас? Уджуд аль фатха. Фи ахир кулли минха. То, что присутствует, имеется фатха в конце каждого из этих трех слов. Ва фил амсиля ас-саляса ас-салиса. А в трех третьих примерах, то есть седьмой, восьмой, девятый в нашем случае, маджрура. Все эти слова приходят в состояние маджрур. Лянна куллян минха масбукун би харфи джар. Почему? Потому что каждый из этих имен существительных перед ним пришло частица джарра. Ва ллази ядуллю аля джарриха вуджуд аль-касра. А то, что указывает тебе на то, что оно в состоянии джар, то, что есть касра. Фи ахир кулли минха. В конце каждого слова. Ва биза нара. И исходя из всего этого мы видим. Анна аль-асма кад тагайярат авахираха мин ар-раф. То, что все эти имена существительные, изменились их окончания. С рафа или нас на нас сумма или джар должен быть. У нас написано джазм, должно быть джар. Потому что имя существительное никогда не бывает джазм. Бывает либо в рафе, либо в назве, либо в джарре. Поэтому это слово джазм нужно вычеркнуть, записать джар. Говорит, этим самым мы увидели, что окончание этих имен существительных постоянно менялось. Состояние рафа на нас на джар. Поэтому фалябудда антакуна муараба. Отсюда мы понимаем лябудда, что эти слова непременно должны быть какими? Муараба. То есть эти слова не мабни. Почему? Потому что постоянно меняется. Дальше. Вот калимат. А что касается слов? Юкиду, ватазхаку, ватуриху. Так зажигает огонь. Или ползет, или покрывается листьями. Фиамсиля аль-кисмасани. В примерах второго столбика или второго раздела. Аф'аль мудари'а. Все эти три слова являются глаголами настоящего будущего времени. Вайфиль амсиля салататиль уля. В первых трех примерах, мин хазал кисм, из этого столбика, марфуа. Все эти три глагола в состоянии рафа. Ли хулювиха минан навасиби валь джавазим. Что такое хулю? Что такое хали? Помните или нет, это слово брали? Хали. Свободны. Потому что все они свободны от всяких частиц назба или джазма. Никого назба джазма не пришло, поэтому они в состоянии раф. Валлази ядуллю аля рафиха. А что тебе указывает на то, что они в состоянии раф? Уджуд ад-дамма фи ахир кулли мина. Наличие существования даммы в конце каждого из этих слов. Ва фил амсиля ас-саляса ас-сани. А в трех вторых примерах минху из этого столбика мансуба. Все эти глаголы в состоянии назба. Почему? Лидухуль лян алейха. Потому что перед ними входит частица лян. Валлази ядуллю аля. А это частица назба. Валлази ядуллю аля насбиха. А то, что указывает на то, что эти слова в состоянии назба. Вуджуд аль-фатха. Фи ахир куллин минха. Наличие частиц нам, хараката точнее фатха, в конце каждого из этих глаголов.
Значит, дамма, фатха и тому подобные харакаты, чем являются у нас признаками? Аламат. Помните, взяли слово аляма. Аляма это что? Признак. Если ты видишь дамму, знаешь, что это слово в состоянии рафа. Если видишь фатху, знаешь, что это слово в состоянии носа. Если видишь касру, значит состояние часа. Если видишь сукун, значит состояние часа. Это тебе признаки. Признаки того, в каком состоянии находится слово. Значит, как правильно говорить? Смотри, если мы говорим, почему это слово в состоянии ра, правильно ли сказать, потому что на конце его дамма? Так сказать неправильно. Потому что слово встает в раф не потому, что у него дамма на конце. Но дамма это всего лишь признак. А слово состоит в раф из-за того, что перед ним, например, нет частиц назвы или джазма. Или, например, потому что оно муктада или файль. Поэтому оно состоит в состоянии раф. А дамма это просто признак. То есть не дамма влияет на слово, а положение слова влияет на то, какой харакат будет в конце слова. Это иншаллах запомнили. Но это для тебя облегчает дело. Ты посредством этих частиц можешь определить, в каком состоянии находится слово. Дальше. Вот аль-амсиля ас-саляса аль-ахира, а в трех примерах последних маджзума. Все эти глаголы в состоянии джазма. Лидухуль адат аль-джазм алия. Потому что перед этими словами входят инструменты джазма. Видишь, адат это что такое? Мы взяли это слово. Инструмент. Значит, инструмента джазма. Инструмента джазма. Это что за инструменты? Адат он джазм. Это лам, ля, нахия и ин. Уаллази ядуллю аля джазмиха. А что тебе указывает? Что тебе подсказывает? Какой признак того, что это слово в состоянии джазма? Уджуд ас-сукун би ауахия. Наличие сукуна в конце этих слов. Вабиза нара. Исходя из этого, биза. То есть бихаза. Посредством этого нара мы видим. Слово яра, помните, видит. Мы видим аннахазил афаль, то что все эти глаголы кат тагайярат ауахира. Концы их постоянно менялись. Минар раф илям нас, сумма илял джазм. С рафа на нас, а потом на джазм. Вот здесь слово джазм уже правильно. Ваидан лагудда антакуна муараба. А значит, непременно, что все эти глаголы муараба не мабни. А что? Изменяющиеся глаголы, а не застывшие глаголы. Аль-Каида говорит правила, которые мы понимаем или берем после этого урока, или после этой темы. Смотри. Аль-Ахваль. Что такое Аль-Ахваль? Это множественное число слова Халь. Халь – это положение. Аль-Ахваль, смотри. Положения, аль-лати та'тари, которые поражают или которые случаются, ауахир аль-калимат, на концах слов. Помните слово я'тари взяли? Я'тари – это что? Случается или поражает. То есть те положения, которые случаются в конце слов, аль-муараба, слов муараба, арба, таких положений четыре. А это раф, нас, джар и должно быть валь-джазм. Здесь второй джар тоже надо вычеркнуть. Это писали лишнее. Значит, наверное, в новом издании нету. Значит, в положении говорит, и араба сколько всего? Четыре. Либо раф, либо нас, либо джар, либо джазм. Вот у самма ануа аль-араб. Вот и-араб. Вот эти вот вещи называются видами и-араба. Запомнили? Смотри, обрати внимание. Виды бина – это что такое? Это харакаты. Бам, фатх, каср, сукун. А виды и-араба – это уже не харакаты. Это положение. Раф, нас, джар, джазм. Значит, виды бина – это харакаты, а виды и-араба – это положение. Раф, нас, джар и джазм. Неправильно говорить, виды и-араба – это дамма. Нет. Вид араба это раф, но вид бина это там. Поэтому мы взяли эти два урока как разные уроки. Вы должны запомнить разницу между этим и этим. Это придет далее. Будет использоваться у нас на примерах и на других уроках. Во время грамматических разборов слов. Говорит второе, что мы берем. Аламату ли араб аль-аслия арба. Вот смотри. А признаков и араба основных четыре. То есть всего существует четыре основных признака и араба. А это что за признаки? Дамма, фатха, касра и сукун. Обрати внимание. Значит, эти же самые вещи, дам, фатха, касра и сукун, были чем? Видами бина. А здесь они чем оказались? Признаками араба. Ясно? Там они были видами бина, а здесь оказались признаками араба. И какая разница между ними? Когда мы говорили виды бина, мы говорили дам. Не говорили дамма. Говорили дам, касра, фатха, сукун. А здесь мы как говорим? Фатха, касра, дамма, сукун. То есть уже стам арбуты на конце. Это признаки чего? Признаки араба. Не надо путать между видами араба и признаками араба. Вид араба это раф, нас, джазм, джар. То есть те положения, в которые встает слово. А признаки араба это другое. Признаки араба это вот эти четыре хараката. Значит, эти четыре хараката, если бывает в конце слова мабни, это будет чем? Видами вина. А если бывает в конце слова муараб, то они будут признаками этого слова. Видишь, поэтому он тебе говорил, какой признак того, что слово в состоянии марфу? Говорил дамма.
Какой признак, что оно в состоянии маджрур, касра и тому подобное? Говорит дальше. Ваянубу анха аламатун ухра. Что такое янубу? Возмещает и замещает эти четыре основных вида и'раба, или признака, точнее, и'раба, другие признаки. Тут скоруш и мавадиа. Но мы их не будем сейчас упоминать, они будут упомянуты. Фи мавадиа, в своем молдере, в своем месте, дальше по книге. Отсюда что ты понял, брат? Что основные признаки и'раба четыре. Это дамма фатха, касра и сукун. Но еще бывают другие признаки. Другие признаки, например, у больных слов. Там уже не найдешь фатху дамму. Например, смотри, слово яса, яса. Приходит в форме какой? Марфу. Если ты скажешь лан яса, слово также остается. Лан яса, остается слово таким же. Но оно не называется мабни. Оно тоже называется муараб. Но его признак, он поменялся, но его не видно глазами. Но он на самом деле поменялся. Поэтому здесь уже не будут говорить его признак, например, дамма или фатха. Потому что ее нет. Но говорить будут по-другому. Это мы, нас придет далее по книге. Не будем здесь углубляться. И последнее. Ар-рафу ван-насбу йештарикан филь асма валь-афъаль. Смотри. Раф и насб бывают как у имен существительных, так и глаголов. И глагол, и имя существительное может быть в состоянии марфу или мансуб. Валь-джарру яхтассу биль асма. А вот маджрур касается только имен существительных. Глагол никогда не бывает в состоянии маджрур. Почему? Потому что перед ним не приходит харфу джар. Предлог не может приходить перед глаголом. Ты не можешь сказать мин язгаба или мин яхтубу. Но предлоги приходят только перед именами существительными. Поэтому имя существительное может быть в состоянии маджрур, а глагол в состоянии маджрур не может быть. Кама яхтасуль джазму биля фааль. Так же как джазм касается только глаголов, уже не касается существительных. Почему? Потому что у джазма есть свои частицы. Лян, ан, изан, кей. Эти частицы не приходят перед именами существительных. Никогда не скажешь лян заидун, так, или ан заидун. Значит, имена существительные в чем бывают? Бывают марфу, мансуб и маджрур. А глаголы бывают марфу, мансуб и маджзум. Ясно? Джазм не заходит в имена существительные, а джар не заходит в афаль, не заходит в глаголы. Это, иншаллах, понятно. И здесь нам, что касается упражнений, то это мы, иншаллах, разберем на следующем уроке. И здесь просто что одно хотел подметить. Помните последнее упражнение на прошлом уроке? Мы говорили, приведи два предложения так, чтобы глагол в каждом из них был мабни аля сукун, застывал на сукуне. Мы начали что делать? Ляны подставлять и так далее. Это мы явно ошиблись. Почему? Потому что фиаль мударя не бывает в состоянии мабни. Здесь надо бы пример какой привести аля сукун? Фиаль амр. Икра, уктуб и все. Нужно было придумать предложение с фиалюль амр. Потому что он мабни аля сукун. А и второе, и тебе джумлятен фикулли минула фиаль мабни аля фатх. Мы начали что делать? Нун таукиф, нун нисва. Все это не надо было делать. Нужно было просто что сделать? Привести глагол мады. Потому что он всегда заканчивается мабни аля фатх. Бараба, катаба, бараба Мухаммадун, алиян, катаба, алиюн, аль-китаба, или аддарса и тому подобное. Все. Здесь уже что? Бараба будет фиаль мады, мабни аля аль-фатх. А в первом примере нужно было привести фиаль амр, мабни аля сукун. Субханакаллаху ва бихамдика.